done some shit within your job. Olga, you're pretty lucky. I mean, you're smiling and shit. Поступает человек пешочком, прохаживал 20-километровую отметку. Что за ерунда вообще? Люди тут с ракет бегают быстрее, чем люди десятчик. Это нереально! Поздравляю. Спасибо. Час 36.50. New personal best. Чувак, это круто. В Риге. Чуть-чуть.
Ребят, до Минска подвезете. Вот и все. Мы даже тачку споймали. Пока бежали. О чем это говорит? Рига не так уж и далеко от дома. Да. Как Рига? Я после обеда не разговариваю. Он типа голосом говорит, что ну, у вас осталось 50 миль. Я такой еду, думаю, ну блин, мы же в Европе находимся. 50 миль, что я не найду заправку ни одну. У вас осталось 40 миль, у вас осталось 30 миль, 20. Едем, едем, а заправки все нет и нет, нет и нет. И потом такой голос говорит, у вас осталось 0 миль. И она едет еще, как бы едет, едет. Так что это как бы наука для всех. Даш, как тебе Минск? Как дорога? По факту мы добирались сколько сейчас? 2:30? 8 часов дороги на одном транспорте. Нереально медленно, но это того стоило. Столько поржать, это дай бог поржать вообще каждому.